Всем привет. По Слаксу вот хочу еще парочку нюансиков вам, значит, рассказать. Значит, вот он предлагает варианты для установки на CD в виде изообразов. А для флешек Slax предлагается в формате zip. Вот любопытно, да? Вот смотрим. Возьмем русский Slax. Сейчас найдем, где там наш флажочек. Вот оно. Вот, нажали сборочку и сохранили. Ну, у меня уже сохранена. Пойдем дальше. Теперь, значит, что сделаем? Значит, здесь вот я нашу флешку. Ага, у нас тут установлено. Ради, как говорится, чистоты эксперимента. Я сейчас ее просто-напросто отформатирую. Все, вот теперь флешечка абсолютно пустая. Вот смотрите, я ее вынимаю, снова вставляю. Абсолютно пустая. Вот пошли в Crusader. Я люблю двухпанельники, они, как говорится, позволяют там много операций делать, на что одноглазые не в состоянии. Вот смотрите, в папке загрузки у меня, значит, расположен Slax, а в правом окне панели у меня, значит, флешечка на 3,7 гига. Вот я выделяю Slax, иду в файл и нажимаю распаковать. Куда? Вот сюда. Как говорится, все ясно и понятно. Вот он сам создает маленькую папочку со Слаксом. И вот посмотрите, какой здесь, значит, есть интересный и любопытный вариант. То есть видите, что мы не используем сейчас практически никакую программу для записи на флешку. А мы просто берем зипованный файл, архивированный зипом, и распаковываем его на флеху. Вот. Идем в boot и ищем файлик вот под названием BAT. И запускаем его. Пишет: ошибка при установке загрузчика. Нажмите, значит, на любую клавишу, чтобы выйти. Все ясно и понятно. Теперь ту же самую манипуляцию мы проделаем уже в корневом режиме. Вот я захожу в Crusader с правом, как говорится, доступа к телу. И тот же файлик вот я запускаю. И вот здесь появляется предложение. Значит, нажмите Enter, чтобы продолжить. Да ради бога. И вот он пишет, что попытка, значит, установить bootloader. Загрузчик установлен. Все, значит, нормально сделано, и нажмите Enter. И вот теперь смею вас уверить, я вот ради интереса сейчас возьму, перезагружусь и сообщу вам о результатах, грузится флешка или нет. Итак, флешка прекрасно стартовала, где-то за полминутки грузится Slaxик быстро. Ну и теперь, значит, все работает прекрасно. Вот запомните, скачивайте зипованный архив, разворачивайте на флешку в обычном режиме, но вот активировать файлик BAT нужно в корневом режиме. Или через NEMO в корневом режиме, или через Crusader. Но в корневом режиме. Теперь, значит, покажу еще один нюансик. Значит, как устанавливать и активировать различные модули. Вот вы находитесь в Slax, ну, набираете вот название, допустим, Slax. Вот даже сразу модули можно посмотреть. Ну, я не знаю, ну, давайте
Хоть это, конечно, и долго, ну, давайте так, вот офис, наиболее, как говорится, востребованный модуль. Вот Slax предлагает следующие варианты. SoftMaker, FreeOffice и полностью, значит, LibreOffice. В целях экономии, значит, времени, я просто вот этот модуль возьму, значит, сохраню, потому что он в два раза меньше обычного, а нам важно просто разобраться с принципами, как активируется модуль. Вот как скачивается, вы видите, скачивается, ну, довольно-таки быстро. Все, он уже, как говорится, скачался. Дальше. Ну, качается обычно всегда куда? В папочку загрузок, скорее всего, да? Давайте посмотрим, где тут у нас. Есть там папочка какая-нибудь загрузок или нет? Ну, вот файлового менеджера я пока не вижу. Он у нас где-то вот здесь, я видел, находился. Вот диспетчер файлов. Вот загрузки. Вот. Soft Maker Office там и окончание модуля SB. Вот есть название. Активировать Slax Bundle. Вот я нажимаю на активировать. И вот он пишет, что вот Slax Bundle активирован. И, скорее всего, при следующей загрузке, значит, вы уже сможете им пользоваться. Здесь перезагрузки, вот у вас этот файлик SoftMaker Office, он у вас появится, значит, в списке приложений, где будет, значит, вот сидеть в офисе. Значит, сейчас пока вот его нет, но после перезагрузки, значит, он у вас появится. Вот таким вот образом. Так что вы теперь умеете эти модули активировать. Скачиваются, как они сами видите, довольно-таки быстро. Ну и самые востребованные приложения, которые вы можете дополнительно установить, они вот здесь вот то же самое. Берете, нажимаете там на установку Google Chrome, там текстового процессора, и будет вам счастье. Вот. Ну ладно, на этом урок, значит, считаю законченным. Желаю вам всяческих успехов там и удач. До скорых встреч!